12 марта 2022 год, Харьков. 14:06 по Киеву. Такого я еще не видел. Сложились лестничные пролеты. Капец, этаж за этажом. Как это могло вообще получиться? Хвостовики от градов лежат. Но, блин, каким образом вообще, ты посмотри. То есть это один лестничный пролет накладывался на другой. И так до самого низа. Матерь Божья, ты представляешь? Вот это да! Освободители хреновы. Вон МЖК Интернационалист, Церковь Святого Георгия, Храм Святого Георгия. Неужели это градами вот так обрушило ступеньки, а? Капец. Вот это да. А там видно просто. Ну, основные разрушения — это стекла побитые взрывной волной, видимо. Ёлки-моталки. Ну тоже, опять же, это прилетело со стороны циркунов. Все мощное летит со стороны циркунов. Ствольные, грады, все со стороны циркунов. Бобровку, северная Салтовка обстреливается с Бобровки. Но там минометы. Там поля и грады, видать, там не проходят. А эти ребята с циркунов на трассу выезжают и хренячат. Да, ну знаете ли, русский мир он такой, освободители, что ваше. Два часа простоял в очереди за лекарствами. Ты видишь, и сюда прилетело. Ну, если это грады, то это пакет, вот примерно так он и распределялся. Пакет — это 40 снарядов. Гребаные миротворцы. Чтоб вы сдохли. Ну, я думаю, мы в этом поможем. 12 марта. Не берут в армию, не берут в тероборону. Забито все, вы понимаете? Россияне, братушки, у нас в Харькове невозможно попасть в армию, оружия не хватает, потому что все хотят за ваше горло подержаться. 12 марта 2022 год, Харьков, 14 с мелочью по Киеву.